Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня будем готовить ватрушки. Это один из моих любимых десертов. Давайте скорее начнем готовить! Итак, нам понадобятся сливочное масло, теплое молоко, куриное яйцо, соль, сахар, мука и дрожжевая опара. Приготовлю тесто. В миску отправляю сливочное масло и заливаю его теплым молоком. Лопаточкой размешиваю массу. Всыпаю в массу сахар, соль. Вливаю яйцо. Лопаточкой размешиваю массу. Всыпаю в смесь муку. А затем вливаю сюда опару. Замешиваю тесто сначала лопаточкой, а потом руками. Тесто должно получиться вот такой консистенции. Накрываю тесто полотенечком и отправляю отдыхать на 40 минут в теплое место. Приготовлю начинку. В творог добавляю сахар и яичный белок. Хорошо перемешиваю начинку. Начинайте готовить начинку, как только ваше тесто настоится, иначе творог пустит сок из-за контакта с сахаром. Тесто подошло. Я разделила его на 7 кусочков по 180 грамм. Беру кусочек теста и руками придаю ему форму круга. В центре делаю углубление для начинки. Перенесла тесто на противень, кладу в центр ватрушек начинку. Смазываю ватрушки смесью желтка и сливок. Отправляю ватрушки выпекаться в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов. Ватрушки готовы! Посмотрите, какими красивыми они получились. Мне очень понравился их вкус. Они получились нежными и очень вкусными. Если вам понравился рецепт, поставьте лайк на видео и подпишитесь на канал, а также оставляйте свои мнения об этом блюде в комментариях, ведь это очень помогает продвижению данного ролика. Спасибо за просмотр! Пока-пока!